сегодня наша очередная встреча, и у нас в гостях автор-исполнитель Александр Васин, которого, может быть, многие лучше знают как руководителя ансамбля «Надежда». Вместе с Валентином и Ириной Белецкими. Да. Но я думаю, что у нас еще будет встреча с ансамблем «Надежды». Может быть, это будет немножечко попозже, в недалеком будущем. А сегодня Саша Васин поет свои песни. На стихе Анатолия Передреева. Не помню ни счастья, ни горя. Всю жизнь забываю свою. У края бескрайнего моря, как маленький мальчик, стою. У края бескрайнего моря, как маленький мальчик, стою. Как маленький мальчик на свете, где снова поверить легко, что вечность и медленный ветер мою обвивает лицо, что вечность и медленный ветер мою обвивает лицо. Что волны безбрежные смыли и скрыли в своей глубине те годы, которые были или снились, которые мне. Те годы, в которые вышел я всем напряжением сил, и все-таки кажется быть, и кажется, будто не жил, и все-таки кажется выжил, и кажется, будто не жил. Счастья не горя, простор обвивает чело, и кроме бескрайнего моря в душе моей нет ничего, и кроме бескрайнего моря в душе моей нет ничего. Посвящение моему замечательному деду, казаку донскому Ивану Макарову, письмо из госпиталя. Он пишет своей бабке, лежит там очень контуженный, значит, видимо, выздоравливает, и вот пишет значит, моей бабке Анне Степановне такого письма. Это, видимо, еще 20-е годы, так понимаю, судя по тому, что о чем там речь. Здравствуй, милая, ты моя Анюта, дома ты, я тут, а жизнь постылая. А в первых строках кланяюсь низко всем родным и близким. Казака. Чую, говолосишь, ох, молчит Ивашика, а ты кипишь уж не шашика я. Бразив, сообразив, чё и говорить, за тобой скучаю. Чтоб
Да я потерял Дуривила возле Сиваша. Ладно, не беда, здесь краюха хлеба и стен кругом до неба. Резеда, а не горюй за нас, и слава Богу, поможет и понемногу. Кончится война, коли повезет, возвернусь из боя и навсегда с тобой. Срежет люто, и нас тогда Анюта смерть соединит. Так что не боись, прощавай, я знаю, и не страшны, родная, и нам не смерть, не жизнь. Страшный, родная, нам не смерть, не жизнь. Твой Иван. Саша, вопрос такой странный. Почему ты решил преподавать в школе именно математику? Ну, тут, наверное, два ответа. Легкий такой, что повезло в старших классах, а пришел хороший математик. И вот он меня на математику сбил, и я как-то увлекся. А потом понял, что замечательно, потому что вот жизнь меняется, а взрослая, значит, тоже голова. Сейчас я скажу математическую фразу, пусть не пугаются. Значит, ищешь инварианты бытия, вот инварианты жизни. То есть то, что не зависит, да, ни от чего. И как раз математика – это и замечательное дело. То есть в математике можно было в школе делать все, что угодно. Ну, там, то, что там свои программы, это само собой разумеется, но важно, что никто же в это не лез. Вот. А уж там, что у тебя с учениками вместе с математикой, а это уже наше дело. Поэтому, наверное, вот так. Да потом и в школу хотелось. Вот. А вообще само общение с детьми, что это такое вот для тебя? Ну, общение тут, наверное, даже не подходит, Галечка, ты знаешь. Это вот омовение такое. И я, к сожалению, думаю, что многие вот мои бывшие коллеги, сейчас я уже не в школе, но вот мои бывшие коллеги этого, не, как сказать, всего ужаса не понимают, что вот ты там работаешь, а каждый год приходит новая вот волна. Совсем новая, свежая. Это замечательная проверка. И я не знаю, конечно, прошел я ее или нет. Но мне очень хотелось чего, я вот это очень помню. Я очень боялся, что мои дети начнут меня терпеть, потому что науки, я на уроке, мне нужно терпеть, потому что нельзя избежать. Вот. И меня это ужасно как-то... Потом это же унизительное дело. Вот это унизительное, я считаю, для учителя, что дети которого всегда ждут конца урока. И уж что ж я вытворял, чтобы этого не было, я, ну, все вытворял. Ну, конечно, на уши не остановился, но, по крайней мере... И вот этому они учили. Обновляться, обновляться, не отставать. Вот не сесть и сказать, ага, уже кажется, что-то у тебя было. Вот. Опять приходят 15-летние, они тебя того не знают. Ты им нужен новый, свежий, вот сейчас. Не вчера, не послезавтра, а вот сегодня. И завтра 14-летний опять. Откуда ты что-то будешь брать, то и личное дело. И в этом смысле, конечно, школа была очень, как сказать, таким напряженным и счастливым вот периодом и трудом, потому что... А если этого не можешь, у тебя все посыпется. Ну, кажется, у меня кое-что получалось. Больше полусотни моих учеников пошло за мной в педвуз. Кто на литературу, кто на математику, кто на историю, ну... То есть взаимодействие все-таки произошло? Что-то случилось, да. Решать, конечно, им, но, видимо, что-то происходило. Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются. Но лишь осенние леса. Прекрасен ты, осенний лес,
Какая уж теперь охота, пересеку на перерез твои осенние болота. Товарищ дал мне сапоги, размеры наши совпадают, подарок с дружеской ноги. Теперь в болоте пропадает подарок с дружеской ноги. Прекрасен ты, осенний лес, какая уж теперь охота, пересеку на перерез твои осенние болота. Останется не разговор и не обиды по привычке, а небо синего простор, дорога лесом в электричке, дорога лесом в электричке. Прекрасен ты, осенний лес, какая уж теперь охота, пересеку на перерез твои осенние болота. Прекрасен ты, осенний лес. Да-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну и так далее. Да-ра-ра-ра. Посвящение маме и отцу. Вальс. 44-го года. Там, значит, сержант и лейтенант, это он лейтенант, разумеется, она сержант. Ну, уже тогда все было правильно. Там в одном месте, в двух местах этот самый, немножко оркестр, это немножко тоже там все. Подпой, ладно? Я попробую. Только умолкнет на час гром над военным народом 44-го года. Кружится, кружится вальс, паром лететь и лететь, кругом не зная покоя, самые нежные двое, мама моя и отец. Издалека вижу вас на гимнастерочке мода 44-го года. Не забываем мы вальс. Эх, лейтенанту везет, рушится вся оборона. Маршал весеннего фронта сам в наступление идет. Девочка, легкий сержант, кто ты, откуда такая? Как музыканты играют, чтобы тебя удержать. И что за жизнь впереди? Завтра не будет печали, выстрелы лишь отзвучали. Милый, себя береги! Скорой победой одной дышат оркестры природа 44-го года. Кружится вальс молодой 44-го года. Кружится вальс молодой. Ну и так далее. Что, какие качества ты больше всего в людях ценишь? Ой, энергетику я ценю, Галочка, больше всего. И чем ее больше, тем я эту сущность ценю больше. Даже если эта энергетика направлена против меня, это мне совершенно не важно. Энергетику и масштаб. Вот. Но, наверное, энергетика тоже бывает положительная и отрицательная. Не важно. Ну, чтобы, дай бог, чтобы она была.
Лучше отрицательная, чем никакая. Ты же меня спрашиваешь. Потом, вот. Лучше отрицательная, и пускай ее будет много. Она вызывает навстречу появление сильной энергетики контрастной. И потом, неважно, ведь далеко не всегда ясно, где синее, где белое, где черное, да, вот. А вот это вот, вот это вялое обозначение, там, встречи, песни, вот, как сказать, полное отсутствие с жуткой имитацией присутствия. Вот это я, конечно, плохо перевариваю, честно слово. Теперь а уж там какой он там кривой, косой, там, злой, добрый, там, ну, это мы переживем. Поем дальше. Да. Кстати, этому дети научили в школе. По крайней мере, вот много поверилось. Такой бандит приходит, потом мужик вырастает, глаз не оторвать. Если бы я его тогда оттолкнул, или бы я вот встал в позу, он бы меня обидел, я бы никогда не увидел, какое счастье ко мне пришло. Это замечательно. Так было, правда? Угу. Знаю легче всего. Память носит грехи. Знаю, даже во сне бередят неудачи. Разве только из них состоит наша жизнь? Сколько раз все бывало иначе? Разве только из них состоит наша жизнь? Сколько раз все бывало иначе, а покажется вдруг, ты уже у черты, и ушла навсегда та счастливая шалость. Но рассветы опять горячи и чисты. Погляди, разве мало осталось? И рассветы опять горячи и чисты. Погляди, разве мало осталось? Нет, не время теперь бросить наши дела. Об ушедших годах сожаленье уныло. Горевать о любви, была. Нам бы всех наших дней не хватило. Так что хватит хандры, поднимайся, пора. Вновь друзья тебя ждут, не больным, не отпетым. А о чем мы с тобой промолчим до утра, никому не расскажем об этом. О чем мы с тобой промолчим до утра, никому не расскажем об этом. Знаю, легче всего. Память носит грехи. Знаю, даже во сне бередят неудачи. Разве только из них состоит наша жизнь? Сколько раз все бывало иначе. Говорят, что я романтик, я не романтик. Я, как сказать, я не униватель, вот. Это хорошо. Да, скорбеть можно, унывать нельзя, вот. К печи поленья поднеси оладьи замеси. Трещат морозы на Руси, морозы на Руси, трещат морозы на Руси. Морозы на Руси, ах, мама,
жива. Не стой на холоду, какая долгая зима. В 42-м году, какая долгая зима. Снежные холмы, и ночи нет конца. Эвакуировали мы, и нет у нас отца. Забыл я дом арбатский наш, тепло и тишину. Я брал двухцветный карандаш и рисовал войну. Шли танки красные вперед под ливнем красных стрел. Снежные зимы не будет никогда. Эвакуированы мы из жизни навсегда. Ах, мама, ты едва жива. Не стой на ходу, какая долгая зима. В 42-м году, какая долгая зима. Есть ли такая песня, которая стала твоей, ну, как бы, визитной карточкой? То есть человек слышит эту песню и говорит: а, это Александр Васин. Ну, я думаю, что вот у меня таких песен несколько, в зависимости от того, кто меня как знает. И вот для кого-то «Холода». Мне было ужасно приятно, что «Холода» пели вот без меня на 9 мая по телевизору. Я был ни при чем, и как-то она легла. Вот, и, там, ну, ты сказали, да, что твоя песня. Да, да, почему сказали, да. «Осенняя листва» для кого-то, вот, значит, вот, для кого-то вот «Звезда». Может, ее, да? Да. Вот для меня «Звезда», да, честно скажу. Ну, так бы и сказала, да. Это по стихам Павла Когана. Выражение «по стихам» означает, что там что-то довольно сильно дописано. Светлая моя звезда, боль моя старинная, гарь доносят поезда в дальнюю полынную. Гарь доносят поезда дальнюю полынную. Поле темень, поле жуть, осень над Россией по
поднимаюсь, подхожу к окнам темно-синим. Поле темень, поле тишь, старая тревога. Помоги мне дорога, научи меня всегда верить в эти дары. Утоли моя звезда все мои печали. Поле темень, поезда звезда, бой моя старинная.